В общем, что бы ни происходило в моей жизни, я занимаюсь своим любимым делом. Я сейчас участвую в проекте, танцую для вас. Все эти номера готовлю, чтобы вы насладились. Также буду продолжать свой контент. Мы все взрослые люди, и я просто надеюсь на ваше понимание и на вашу поддержку. А еще я не знаю, я делаю правильно или нет. Это подарки. Да. Да, и так бывает. Я его заблокировала. И если вы меня любите, вы тоже это сделаете. Мне хуёво. Я могу ошибаться. Простите меня все. Но вот сейчас так. К сожалению, это жизнь, и все, что начинается, и то и может закончиться. К сожалению, это был пройденный этап, и я не хочу говорить правду о личной жизни, потому что здесь я для того, чтобы танцевать. Еще раз извиняюсь, что у меня во рту все пересохло.